Привет, друзья! Коллекционный журнал «Волшебные грани» номер 39 предлагает собрать очередной многогранник. Это звездчатый многогранник, звездчатая форма икосаэдра E1F1. Очень красивый многогранник, уровень сложности профи. Пока он не собран, хочу сказать, что есть подобные многогранники, ранее я собирал. Смотрите, какой. Чем он отличается от остальных, что у него хорошо прорисован, собирается внутренний объем. И вот еще один. Все они высокого уровня сложности. Вернемся к многограннику и посмотрим, что внутри. Так, ну как всегда, вся теория строительства этого многогранника, история его строительства. Это вы можете узнать, купив этот журнал. И самое главное, инструкция по сборке. Всего 40 элементов необходимо собрать для сборки предварительно. Показано, как это сделать. И показан порядок сборки многогранника. И, как всегда, высококачественные листы. Аж 5 листов с заготовками. Представляете? Все они просечены, их надо извлечь, согнуть все элементы по стрелочкам и по линиям изгиба, согласно инструкции. Деталь номер один собирается гармошкой и склеивается каждый лучик через лепесток номер один, вот таким образом. После приклеивания лепестков номер один, вся деталь собирается через лепесток номер два. И в заключение приклеивается последний лепесток номер один. Вот так вот. Деталь номер два только сгибается. Приклеиваю деталь два к детали один по точкам 3, 4. Далее последовательно по точке 5, 6, 7, точка 8 склеивается одновременно с точкой 9 на детали 2. Получилась вот такая вот штука. Сборочная единица. Надо подготовить целых 20 штук таких единиц. Итак, приступаю к сборке. Сначала надо склеить две детали вместе. Смотрите как. Ориентируюсь, чтобы вот этот вот вид был симметричный. Наношу клей. На таком основании в каждом узле и построена сборка всего многогранника. Соединяю детали. Выравниваю. И фиксирую до высыхания клея. Так, последовательно приклеиваю еще 3 сборочные единицы. Вот таким образом я собрал основание многогранника. Уже красиво смотрится. К основанию приклеиваю еще 4 сборочных единицы. 1, 2, 3, 4. Вот приклеены еще 5 деталей. Смотрите, что получается. Уже прорисовывается картинка. Теперь в углы надо вклеивать еще детали. Ну, на 4 точки единственное. Так. Так, так, так. Так, поехали. 1, 2, 3, 4. Приклеил еще 5 штук. Смотрите, что у меня получается.
Осталась у меня тут первая заготовочка, которую я плохо снял. Сейчас я буду приклеивать сразу две детали. В принципе, это тоже допустимо при сборке такого многогранника. 2, 3, 4. И приклеивание заключительной детали. 20-й. Я буду приклеивать последовательно. Ну вот, вклеено. Смотрите, что получилось. Мне кажется, шикарный многогранник. Подписывайтесь на канал «Секрет мастера». Ссылка на журнал в описании к видео.